Здравствуйте, дорогие друзья! Институт цвета Pantone назвал самые модные цвета этого сезона. Всего представлено две палитры. Основная из 12 оттенков и дополнительная, в которую вошли 4 нейтральных цвета. Давайте же познакомимся. Классический синий. Тайный и загадочный оттенок. Пылающий алый, решительный и энергичный. Виноградный компот – это фиолетовый микс. Янтарно-желтый шафран, пикантный и изысканный, как сама пряность. Бискайская зелень, прохладный и свежий оттенок. Цвет зубчик чеснока символизирует природу и восстановление равновесия и гармонии. Голубой оттенок потертого денима говорит о комфорте и удобстве. Цвет апельсиновая кожура. Выглядит сочно и очень вкусно. Синяя мозаика – это темно-голубой оттенок. Придает цветовой палитре сезона интригу. Солнечный свет – это очень светлый, мягкий и нежный оттенок желтого. Розовый коралл очаровывает своей красотой. Палочка корицы – пикантный и теплый оттенок. 12 основных оттенков, а сейчас 4 нейтральных цвета. Цвет жаворонок. Это бежевый оттенок, эталон универсальности. Ослепительно белый, свежий и чистый оттенок. Пепельно-серый, он вне моды и времени. Темно-синий оттенок говорит о стабильности. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите свое мнение. Всего доброго вам!